Дорогие зрители, если вы хотите иметь свежую и объективную информацию, касающуюся изменений климата на планете, ставьте лайк, пишите комментарии, и мы будем освещать интересующие вас климатические события. И не забудьте нажать на колокольчик под видео. 5 января 2018 года на Новую Зеландию обрушился шторм, порывы ветра которого достигли 33,3 метра в секунду. Ураган затронул территории полуострова Карамандал и город Окленд, оставив без электричества 20 тысяч домов. Ливни, принесенные штормом, вызвали затопление прибрежных районов. Возрастающее количество катаклизмов остро ставит вопрос о смысле человеческой жизни. Зачастую, только потеряв все материальные ценности, человек обращает внимание на свою истинную, духовную природу. Как говорится в книге Анастасии Новых, смысл человеческой жизни вовсе не в размножении и благоустройстве. Это всего лишь естественные инстинкты любого животного, которая генетически запрограммирована сотворить себе нору, гнездо и так далее, для того, чтобы вырастить потомство. Человек – это больше, чем животное. Его смысл – стать духовным, бессмертным существом. Подробнее о климатических изменениях читайте в докладе, подготовленном учеными АЛЛАТРА Science, о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем.